Всем привет, с вами Дизик, и это новая серия в игре Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels, Happy Wheels. Мы продолжаем записывать, я тогда обещал выпустить это тогда, но получилось то, что я это выпустил только через дня два, даже, наверное, три будет, но два дня, это точно. Хотел выпустить в один или через день, но получилось так, что я не смог записать, я сейчас записываю вот в срочном порядке, так сказать, потому что это как будто неприлично уже. Вот, давайте продолжаем. Думаю, вторую часть юбилейного 50-го выпуска мы сделаем из двух частей. То есть одна была ваш уровень, а вторая будет... Наверное, я так сделаю то, что будет состоять летсплей из левелов, которые сделали вы, и уровней, которые сделали вообще игроки Happy Wheels. Соответственно, давайте посмотрим, как оно тут, что тут. Давайте по рейтингу... Нет, это по старости. Это по старости. Звучит-то как по старости. А, нет, по рейтингу, да, по рейтингу, потому что в низком уровне вы низко какашка. В общем, плохие уровни, играть это как-то не круто, если честно, конкретно не круто. Ну, давай. Знаете, Happy Wheels это слоупок. Glass break, it will be hard. Окей, давай посмотрим, насколько это сложно. Level... Первый левел лифт, ну давайте тогда посмотрим. Ну, не сложно вообще. Окей, не сложно. Стоп, что? Окей. Посмотрим. Сынка. Эть! Сынка радуется даже. Сынка радуется. И давай. Эть! Ну да, лучше было бы тут сыграть за другого персонажа. Конкретно за другого персонажа. Вы знаете, про кого я говорю? За негра. Потому что негр тут, конечно, он конкретно нагибает на таких уровнях, потому что он стекло просто режет своей пилою. Или что там у него, бензопила? Нет, у него газонокосилка. Ну давай, негр. Блин. Представьте, что ты негр, а. Но это, собственно, не... Хотя, когда у меня в лице стекло, то это становится немного сложно даже. Я головой, кажется, разбил. Я почти заменил сынку стеклом. Да, слушайте, конкретно прикольно получается. Ну что ж, теперь нужно бутылки разбивать. Ну это мы так всегда можем сделать. Excellent. Ну давай посмотрим, насколько я excellent. Ну да, с первого раза, думаю, никого не получается. Хорошо то, что они хотя бы лопаются. Давай, молодца. Супермен, третий уровень. Это что такое вообще? Да блин, это не круто совершенно, это же легко. Блин. Окей, ладно. Проходим. Блин, у меня в задней застрела, сынка от этого уже умирает, ему плохо от этого. Ему нужно лекарства всякие там, наверное, из Германии какие-то везти, но... Ну пофиг на сына, потому что это Happy Wheels, это хардкор. Давай, молодец. Эх. Давай, ты пройдешь с этого. Давай, нафиг тебя, нафиг. Давай, слушайте, как-то он слишком хорошо разбился с первого раза. Значит, раньше, помните, только у меня в прошлый раз не получилось так хорошо пройти, а? Ну окей, собственно, тут совершенно легко, потому что тут скорость делает все за нас. Потому что нам просто нужно ехать и подставлять колесо, чтобы это сделать. Довиньте. Сейчас будет офигенно круто. О! О, стекло упало. Давай, да, я знаю то, что это асом. Я крут, я знаю это. Давай, бутылки все нужно бить. Не только же их сдавать. Если вы понимаете, про что я. Давай, молодец. Я чувствую себя алкашем, который бьет бутылки. Давай. Окей, теперь твоя задача разбивать стекла. Пофиг на то, что у тебя в голове дофига просто. Так, ну а как это теперь... Блин, знаете, довольно сложно, потому что... Знаете, хороший уровень, но я, к сожалению, оценивать не буду, потому что Happy Wheels это как слоупок, ну вы помните с прошлого выпуска. The Kirs... Странная демо, ну давайте посмотрим, как это. Надо было, наверное, так, хватаемся. Ну мы хватили, собственно, уже. Это цирк демо. Я понял, о чем он. Давай, так, нормально. Молодца, подхватил.
За пузягу схватил. Молодца, слушайте. Это конкретно круто. Чувак гений. Ну, чувак конкретно гений, слушайте. Это было довольно очевидно, но все-таки. Human Hair Donate Fix. Посмотрим. То есть тут сейчас мы будем сдавать сердце. Правильно понимаю, да? Держите его, давайте. Сердце забираем. В пушку ее. Слушайте, это конкретно круто. Слушайте, это круто сделано. Epic no move плюс сердечко down. Что бы это значило? Сердечко down. Вот это скиллмейкер Happy Wheels. Блин, в это факелер. Да. Make epic jump. Давай, это же не мое сердце, там что-то другое сердце туда попало, давай. Оп, молодца. I'm a blue. Так, ну бомжу как-то сердце давать, это не круто. Да, бомж этого не заслуживает. The Earthquake. Да. 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 И... А. Типа я должен пройти это как-то... Я правильно понял? Ну, видимо, да, правильно. А, это типа землетрясение, это типа симулятор землетрясения. Ну ничего, у меня есть великий мой верный сынка, который поможет, если что, защитить меня от гарпунов и стрел. Нет, 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 нет. Ну ладно. Унитаз нафиг. Землетрясение, унитаз ни к чему вообще. Давай разбиваем стекло. Полетели. Земля дрожит. Бомжи трясутся. Это Happy Wheels просто. Эй, на машинке, на машинке. Колесо, колесо, осторожней. Арбуз. Блин, это тут... Это как-то даже как-то нереалистично, арбузов столько. Давай, 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 давай. Молодца, молодца, едем. Машина нафиг. Потому что я сейчас представляю, то, что какой-нибудь газила будет. Эти там пытаются выбраться. Унитаз разбитый. Думаю, символ апокалипсиса — это разбитый унитаз. Не знаю почему, но, в общем-то, символ. Мы в лифте. Я правильно понял? Да, мы в лифте. Фиг знает, куда теперь ехать. Непонятно, зачем это вообще было сделано. Землетрясение, новое убило. Все, уже теперь нового нету. Теперь еще какого-то чувака арбузом убило. Ничего, у меня есть верный сын, как... Что? Нет, 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 нет! Паршивый сынка, который не помогает нифига. Ладно, к сожалению, этот уровень я второй раз не хочу. Погостик, нет, нет, не люблю пога. Insane don't move, это как-то нет. Glassbreaker V3. Интересно, интересно. Фига себе. Фига себе. Фига. Ну, не так, что-то и это. Окей. Что? В чем смысл этого? Какие-то инновации слишком, слушайте. Слишком много инноваций. Что? Стул. Ну да, стул — это всегда... Всегда круто. Окей. Это еще можно пройти, потому что он, в принципе, не так еще... И вот это много, так что вполне можно пройти еще раз. Окей, разбиваем. И теперь толкаем это сюда, чтобы пусть он разобьет это. Ну давай, толкай. Блин, мне нравится этот звук, а. Что-то он даже такой, знаете, прикольный. Да, у меня в колене стекло, но... Стул вращается и убил меня. Вот в какой игре еще может стул вращаться и убить тебя? Это как-то... Это как... Это слишком хардкорно для меня. Кишки сына сзади. И что-то меня непонятно убило. Знаете, походу выше... Чё я поехал просто сюда?
Хотя, знаете, Синка, в принципе, проехал. Причем довольно неплохо. Но, я думаю, это единственный выход, как можно проезжать. Хотя, буду вносить новый мейнстрим. Проходить только головой. Ать! Хотя, мне кажется, я на руле это все принял, но... Блин, ну давай. Попробуем теперь через тебя пройти еще раз, опять-таки. Опять осколки мне в глаза. Ну что ж, осколки не в глаза, а только для слабаков. Фига себе, пружинка. Так, стул развалился. Отлично, 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 просто отлично. Ломаем. Ломаем стереотипы. Давай, молодца. Круто. Круто, круто, слишком круто, слишком круто. Мне кажется, это стекло меня всего лишь поцарапало. Я почти в этом уверен. Ну, думаю, второй раз я проходить не буду. Это слишком долго. Food Defense. Ну, это как Footman Friendly, что ли? Как-то почему-то какие-то ассоциации с Варкрафтом. А, я роботом бью, давай. Ты его убьешь, давай. Знаете, я не знаю, что это, но это круто выглядит. Это очень круто. Не знаю почему, но мы зачем-то должны убивать негров и Санта-Клаусов. Ну, конечно, Санта-Клаус это круто. Давай, мы спасем человечество. Знаете, мой меч уже почему-то не работает как-то. И FPS упал до 15, но пофиг на то, что FPS 15. Ведь важная карта... You have a winner. Да, понятно. Мы, в общем-то, выиграли, да, мы крутые, потому что мы управляли роботом, сделали все возможное. The Superheroes. Давайте посмотрим, что тут автор, наверное, сделал крутое у супергероев. Please wait for the screen. Wait. This is Benjamin Stone, aka Super... А, боже, не-не-не-не-не-не. Комиксы это не для меня. Я, извиняюсь, это, конечно, уровень крутой, наверное, но комиксы... Я не люблю комиксы. Minecraft Part 1. Это круто. Это же Minecraft, это всегда круто. Так, печка у нас уже есть. Даже это есть. Правда, кровати нет, наверное, нужно... Паршивые цветы, а. Оу, крэп. Наверное, нужно ее убить, да? Ну да, сейчас я ее убью. Хотя это выглядит немного по-другому, по-другому. Да. Мостик я уже построил. Слушайте, да, скилловный человек, а. Так, факел, хотя это... Это немного на Террарию, значит, напоминает. Да, как ни странно, я играл в Террарию. Так, пис... Человек конкретно талантлив. Ему нужно зарабатывать тем, что делает уровни в Happy Wheels. Серьезно, посмотрите, как это круто. Зомби. Странный зомби. Знаете, видимо, это ранние версии даже, наверное, бета, потому что, вот, во-первых, нет динамического освещения факелом, и, во-вторых, тут просто чертов зомби с интеллектом ноль. Конкретно, он, наверное, даже в его программном коде, наверное, не прописано то, что я должен его убивать с... Крипер не взорвался здесь, да? Да. А, это, типа, как он это все делал? Да. Наверное. Я не знаю, я не создал уровень на Happy Wheels, так что для меня это не сильно интересно. Так, окей, давайте, хардкор. Уровень называется Вирус. От Devil 360, он вроде как известный чувак, потому что делает офигенно крутые уровни, я уже помню. 300-й эпизод, походу, новый, да? Новый, походу, 300-й эпизод, или типа того. Вот именно, что случилось. Что надо было читать? Нужно читать. Я не хочу читать. Я хочу тупо играть. Что происходит, черт возьми? А что вообще происходит тут? Да, видимо, я каким-то чудесным образом выжил. 5 секунд. Ну? А, тут нужно быть.
Ну. Фак. Откройте, пожалуйста. Да вы что, блин, издеваетесь, что ли? Ладно, едем назад просто, едем назад. Ноги для слабаков, как я уже говорил. Не раз, наверное. Видимо, уровень не для меня. Да, видимо, он не для меня. Так. Land and Mines. Давайте посмотрим как-то, что это такое. Welcome, там надо читать. Ну, господи, в иностранный уровень как-то не круто играть. Звук. Звук. Мина за нами. Мне кажется, у нас какие-то проблемы, потому что мина за нами, еще одна мина. Еще одна мина, которая едет за нами. Нет! Нет! Что это такое вообще? Как-то по хардкору немного. Хотя я бы не сказал то, что немного по хардкору, а. Нет, 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 нет. Молодец. Молодец. Делай ноги, делай ноги. Нет, 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 нет. Я так понимаю, мина взорвалась там, да? Значит, я правильно думаю. Нет, 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 пошло нафиг, мина, 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 везде мины, ребят, мины, везде мины. Везде мины, я даже выжил. Хардкор, хардкор, черт возьми. MC Adventure V1. Ну, давайте посмотрим, насколько это хардкорно. Думаю, с прошлым уровнем. Minecraft Adventures. Ну, давайте посмотрим, видимо. Да, видимо, Happy Wheels и Minecraft это совместимые вещи. Тем паче то, что они действительно неплохо, как, знаете, рисуют. Да, но почему-то именно с этим. Почему нельзя было там другого персонажа какого-нибудь выбрать? Например, негра. Ведь там... Мне кажется, или это плагиат? Серьезно. Если тут будет зомби, то... Майнап. Ну окей, давайте вверх поднимаемся, что ли. Потому что... Мне кажется, это когда плагиат истории или типа того. Потому что как-то все похоже слишком. Ну вы понимаете про что. Потому что прошлый уровень Майнкрафта был такой же. В принципе. Ну давай, прыгай, эти цветочки еще точно такие же. Мне кажется, кто-то у кого-то стыд злодею. Хотя, возможно, это тот же чувак, но нарисовано немного похоже в другой манере какой-то. И, соответственно, мне кажется, то, что кто-то у кого-то все-таки стыд злодею. Хотя, в принципе, не сказать то, что эта идея стыбежная. То есть, конечно, наверняка многие делали Майнкрафт в этом, но тут сама начальный уровень, так сказать, стыбежен. То есть, вы понимаете, о чем я. Ну давай! Эть! Эть! На дерево забрался. Вот бы в Майнкрафте можно было так, а? Серьезно, блин. Джован на заметку. Тогда, эть, молодец, молодец. Блин, еще что-то как-то тут... Майнкрафта мне... В самом Майнкрафте, знаете, хватает достаточно. Тут что он еще и хэппи-вилс, а? Окей. Не знаю куда, но я куда-то падаю. Если я умру, то я не буду переходить. Ну да, я умер, считайте, я не буду перепроходить, потому что это Майнкрафт. Майнкрафт вы можете посмотреть на моем канале, так что да. Epic don't move. Ну, если Epic, то... Epic... Блин. Это скорее трэшем попахивает. Серьезно, это конкретно... Не попал, не попал гарпун. Ай. Нормально. Да что ж такое-то? Ну давайте мне уже. Фига себе гарпуна. Обман гарпунов. Давай. Круто. Так, там был финиш. Нет, я остался там.
А, ну, собственно, я и не упал никогда. Ну, конечно, хороший уровень, когда такие эпичные, там, если особенно там тратить довольно много. Assassin's Creed, я не знаю, это The Christmas Run. Давайте лучше The Christmas Run. Это как-то эпичнее звучит. Хоу-хоу-хоу, ну давайте. Дядя Дизик сейчас вам даст подарочков. Полярный медведь. Я понимаю, это лед, да? И он трескается, да? Е-хе-хе, хо-хо-хо, половина подарков нет, значит половина ряд получит тупо уголь. Потому что нефиг было просить Call of Duty, надо было просить Battlefield. Нафиг, руки для слабаков. Ноги тоже. Санта тоже для слабаков. Kill your boss. Вот это интересно. Вот это, думаю, для многих будет это интересно. Grampy, your friend. Окей. Нет, я должен был убить босса. Так. Так, стоп. Это же... Господи. Это же... Policy Crestvania. You can't do this alive. Посмотрим, насколько нужно быть жив. Так, зря я нажал на это. Ну что ж, едем. Нет! А как это нужно сделать? Окей, пробуем еще раз. Я это сделал. Логика, дамы и господа, логика. Deadly Light. Посмотрим. Наверное, что-то... Не знаю, почему, но у меня это с ассоциации с... С метро Лест... С Васити Лонг Найт. Был такой Васити, какой-то мод, я так понимаю. Ну, это конкретный трэш, честное слово. Это конкретный трэш. Играть-то невозможно, там даже первую миссию пройти было сложно. Не то, чтобы уже всю игру. Блин, слушайте. Это Джастин Бибер, который я его убил, он не мешает, а? Он зацепился зубами за мой ремешок. Ну вот и слава богу, потому что его уже нет. Этот пытается свою ногу подобрать. Я пока что выполняю акробатические трюки. В общем, да, я прошел. This is my first level. Слушайте, смотрите, у меня первый уровень, такие уже успехи. Надо было лайкнуть, но... К сожалению, тогда бы повисло все на 5 минут, там, да. Don't move, сотни. Charter и day. Нет, это тоже не то. 50 способов, как убиться. Ну, давайте посмотрим, как это будет. Оценим, прокомментируем, пролетсплеем. На качелях, я так понимаю. Да-да-да. Кинув мячик. Бир бэйби. Это типа... А, понятно. Кто-то там должен был забрать, я так понимаю. Да, у пилы. Это круто. Бедняжка. Ну да, машина. Машину на стуле ставить это... Это не нужно никогда. Да. Este burrito es muy bueno, pero necesito salsa verde. Окей. Dodge that mine. Нет, я так понимаю, так. This is Happy Wheels. Давайте посмотрим, что такое Happy Wheels. Давайте. Made boost, понятно. Hey guys. It is level, what's Happy Wheels is becoming. О, боже. Ну нет. Ну не, ну нафиг, нафиг такие. Драм, BMX, да нет, тоже не хочу. Драм, роуп, свинг. Вот это, да, наверное, будет круто. Такие уровни задорвали быть в топах, а? Давайте сейчас. Хватаемся. Молодцы, молодец. Хотя, мне кажется, я в него не играл, но... Или такое начало у всех одинаковое. Но по-любому круто сделано, потому что это в мультяшном таком стиле нарисовано, как бы. Ну, понимаете, о чем я, наверное. Ну давай, давай. Давай. Ну давай. Ну давай, 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 давай. Grab. Это? Это нужно было схватить? Я схватился. Схватился. Нажму туда, да? Сюда.
Как круто. Обожаю баги в уровнях Happy Wheels. Ну давай, хватай свою бошку. Хватай свою бошку. Блин, ну давай. Тебе не пресс нужно качать, тебе нужно вниз. Ладно. Рестарт, рестарт. Я верю в себя, то, что я пройду без багов в этот раз. Ноги для слабаков. И, ну, собственно, да, хватать. Хватать веревки тоже для слабаков, как понятно. Из моего летсплея. Да, давайте. Давай. 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 Эть. Хватанул. Да. Вот хватка это для мужиков. Все остальное для слабаков. Молодец. Молодец. Better draw. No, then grab. Давай. Тихонько. Ить. Схватился. Нормально. Граб аудинг. Окей. Один. Да. Давай. Тяни меня наверх, мой верный конь. О, теперь нормально все. Радуга, ей! Меня одного пугают эти звуки. Да, мне кажется, у меня конкретные проблемы. Я верю в себя. Давай, я же акробат, в конце концов. Я сейчас могу перевернуть это еще все. Давай, эть и... Хотя, знаете, может получиться, в принципе. Но не то, чтобы как бы может, но как бы я верю в себя. Давай! Было близко. Давай, я понял, как нужно делать это все. Давай. Хардкор, ну давай. Нет, это невыполнимо для меня. Но там был финиш, соответственно, я, можно сказать, прошел эту игру. Я увидел финиш. Ауч, что произошло? Да. Это, я понимаю, это его эти уровни. Ну, собственно, довольно много времени прошло, соответственно, давайте закончим на этом. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дик. Рассказывайте про Тюнем. Да, лайкайте ВКонтакте тоже, это тоже стимулирует. В общем-то, всем спасибо, до скорых встреч.